оның ішінде 130-дан астам ұлт өкілдері тұрып жатыр. Әрине, бұл қазақ халқының ұлылығынан кем болсаңыз, спасибо. Всем добрый день. Я представитель Башкирского центра, меня зовут Зарья Амировна. Хотелось бы поздравить от Башкирского культурного центра всех с наступающим 1 мая, День единства народов Казахстана. Это яркий первомайский праздник. Продолжает замечательные традиции нашего многонационального народа, символизируя мир и согласие. Желаю вам здоровья, благополучия и успехов в учебе, работе, долгих на благо Родины Республики Казахстан. Наш Башкирский культурный центр «Салават» уже не в первый раз проводит конкурс рисунков среди детей разных школ. И этот год не исключение. В этом году тема конкурса «Детских рисунков. Энергия будущего глазами детей» в рамках поддержки национального проекта «Экспо-2017 Астана». Цели и задачи конкурса – привлечение внимания детей к развитию альтернативных источников энергии. В конкурсе участвовали школа номер 6, двор-клуб «Арай», 4-я школа-гимназия, школа номер 5, школа номер 1, центр школьник и школа «Шамшират». Хотелось бы выразить огромную благодарность. Теперь приступим к награждению участников нашего конкурса. Первое место, 3-й класс. Витулов Леонид. Шамшиева Камила, Есенкенко.